Анкара стремится сохранить валютные резервы, считают эксперты. Ранее президенты России и Турции договорились о частичной оплате газа в рублях. Затем ожидается полное использование национальной валюты в торговле, сообщают турецкие СМИ. Это позволит Анкаре сохранить истощающиеся валютные резервы. Отметим, за последние годы правительство страны потратило десятки миллиардов долларов для содержания инфляции, сдерживания инфляции. Кроме того, главы двух государств разработали новую дорожную карту для укрепления двусторонних отношений в финансовом секторе. Согласно информации, 5 турецких банков работают над расширением использования российской платежной системы МИР. Это облегчит пребывание туристов из Российской Федерации в Турции. Турция имеет большой торговый дефицит с Россией. Приблизительно в этом году ожидается около 15 миллиардов долларов торгового дефицита. Российские туристы были вынуждены оплатить свой отдых в Турции карточками МИР и в рублях. Из-за этого в турецком финансовой системе собрались большое количество российских рублей. Если Турция в этом году сможет свой торговый дефицит погасить собранными российскими рублями, то это будет очень позитивно влиять на курс доллара в турецкой системе.